В 2019 году Россия впервые примет Всемирную зимнюю универсиаду. Столицей крупного международного спортивного форума станет Красноярск. В рамках проекта «Сибирское продвижение» 6 декабря в Омске торжественно открыли студенческий штаб универсиады на базе Сибирского государственного университета физкультуры. В общей сложности для обслуживания игр 2019 года в России подготовят около 5000 волонтеров. Наш СибГУФК отправит на универсиаду полсотни добровольцев. Один из немногих федеральных вузов спортивной направленности расположен в городе Омске, то есть это один из основных аспектов, причем имеет который статус и уровень, рейтинг среди других субъектов, других вузов, один из лидирующих, поэтому основная задача именно на этом вузе, на базе этого вуза расположить штаб. То есть те студенты, которые сегодня проходят подготовку, обучение по тем или иным видам спорта и будут составлять основной костяк волонтеров на нашей универсиаде в городе Красноярске. Во-первых, мы сделаем все возможное, чтобы наши ребята смогли как следует готовиться, учиться, принимать участие в различных мероприятиях, участвовать в тестовых соревнованиях. Мы практически всю финансовую нагрузку по решению этих вопросов, конечно же, возьмем на себя, потому что считаем, что это как раз хорошая подготовка наших студентов как профессионалов сферы физической культуры и спорта. Волонтерский актив дирекции универсиады прибыл в Омск делегацией из 15 человек. Омская область стала третьим из 8 регионов Сибири, где прошел подобный фестиваль. Всего же на территории страны уже действует 17 студенческих штабов. Торжественный момент. Давайте все дружно аплодируем. Радоваться. Передача таблички штаба универсиады в городе Омске. Аплодисменты, друзья! Ура! 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 В активную стадию мы перейдем после тестовых соревнований. Планируется это после марта 2018 года. Ожидания самые наилучшие. Это большая возможность проявить себя не только как вузу, но и как региону. И для нас это очень важно. Благодаря фестивалю «Сибирское продвижение» на Зеленом острове появился новый арт-объект. Верстовой столб в цветовой палитре универсиады 19-го указывает расстояние до Красноярска и до Омского студенческого штаба волонтеров. Веселые старты на свежем воздухе и познавательная часть во Дворце здоровья. Участникам и зрителям фестиваля представился шанс попробовать себя в горнолыжном спуске, катании на сноуборде и других зимних видах спорта. Правда, в очках виртуальной реальности. Но эмоции от таких соревнований вполне себе реальные. Я под впечатлением очень большим после виртуальной реальности. У меня на сих пор дрожат руки и ноги. И это полностью погружаешься в это и так просто отойти. Команды, прошедшие все испытания, узнали много нового о предстоящих играх и получили призы с символикой соревнований. Напомним, 29-я Всемирная зимняя универсиада откроется в Красноярске 2 марта 2019 года.